Эй, угадайте, мышонки, мы продолжаем пройти игру под названием Quest Hunter. Ничего, я не нашел, короче, последний предмет, поэтому мы палим отсюда, да. Я нашел факел, я факел потратил его. Думал, может, он осветит мне что-то путь. Но он мне ни хера не светил. Зачем я туда шел? А зачем нам ключ? А, все больше и больше вопросов. Ну, давайте я здесь, в принципе, сундук открою. Ты же сундук был. О, вот это уже плохо. Ну, жалко, что рили вот серебряные ключи просто так не достанешь. Интересно, что же тут было? Булава. Булавчик. До свидания. Я понимаю, что рюкзак полон, поэтому я иду продавать вещи. О, можно того сходить убить. Ох ты ж я. Я подожду отката. Блин, ну все равно мне много руды. Я не знаю, куда одевать. Мне рюкзак нужен. Больше, больше вещей. Блин, сейчас пойду в лагерь, нужно будет восполнить ХП, сходим за этой принцессой. Да. Сейчас я еще продам шляпу. Алкашу и меч продам. И как раз за счет ткани создам себе еще факелов. Ну, 49, в принципе, нормально. У меня еще два яда есть. 89. У меня есть 600. Подожди, у меня есть 600. Так, создать. Шикарный меч. Мне нужно то сколько? 110. Пошлите, я схожу за щитом. Мне нужно 110. Нахера мне раковина? Ладно, сделаем сейчас таким образом. Я положу в рюкзак. Но это будет рюкзак у нас, забейте. Для меня это рюкзак. Вот мы сюда складируем в основном такую ткань. Динамит, железо, металл, короче. Хорошо. Сейчас я посоздаю факела. Он может мне что-то построить? Ага. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Сейчас мы все улучшим, ребятки. Давайте я на всякий случай отдохну. ХПшку восстановлю. Приветик. Давай улучшать. Так, 5 тканей, да, надо? Ткани как раз потратил. А, я могу у тебя создать ткани. Так, мне нужно одну ткань создать. Вот так вот. А, но он не... Он мне только одну ячейку, блядь, сделал. Серьезно? Поехали. Лучше сундук создавать. Ну, рюкзак улучшивать. Тут больше емкости. Это лучше забрать, потому что я все равно это накапливаю. Так, у меня только 3 факела получается. И теперь можно отправляться, ребят. Все. А теперь можно с чистой душой отправляться. Да. Нужно, значит, потом Рейли будет в соло без записи походить в подземелье. Пособирать. Да что-то не дело. Случайная встреча, 2 сундука все-таки да, пишет. Живым не дамся. А, так вы теперь мне не дамажите. Гоблины. И я, скорее всего, за денежку. За денежку соберу. Блять, пропустил удар. Сейчас мы этих парней соберем с вами. Я использую сначала... Готово. Хорошо, в туда, скорее всего, там еще есть секретный сундук. В сундуках можно, в принципе, находить алмазы, кристаллы эти. То есть руду. Простыми словами. О, один секрет. Угу. Прокачаем. Так, мне нужно 3 уровня, чтобы получить то, что я хочу. А именно, пулять молнию я хочу научиться. Не, вот эти случайные встречи начинают надоедать. 3 сундука. Да что я хочу? Хотя я могу просто уходить, да и все. Ладно, они меня уже тоже не пробивают. Ракушка, ткань. Thank you.
Нагробья полезны тем, что там ценные предметы сразу будут. Непонятно какие, но цены будут. Сейчас еды себе насобираю. Ух, заживу. Да. Да, если я на этот меч соберу, мне кажется, мне вообще не будет нихера страшно. Мне главное, чтоб я наносил первый удар, да и все. Если я первый удар сделаю, тогда они уже трупы. Давай. Деньги, да, довольно долго собираются, деньги нужны почти везде. Как, допустим, и те же камни, которые я сейчас собираю. Потому что, с одной стороны, эти камни мне нужны для того, чтобы... Ну, как это сказать? Прокачивать способности. В тот же момент, они мне пригодятся для того, чтобы, так сказать... Как это сказать? Уйдите в сраку, короче. Четыре сундука, зажгите факелы и будьте воскрешены возле него. Но мне с какой-то степени предлагают обходить врагов. Ля, я еще выжил. Просто ля. На, сейчас бы мне этот меч. А что, хотите сказать то, что там ящерка, она что-то скрывает? Она цветочек скрывает. Ой, а вот с магом мне интересно не будет. С магом у меня, чувствую, будут плохие отношения. Да, маг. Не, все равно мне нужно две тычки теперь. Ну сейчас туда сходим за сундуком. Они все равно света не боятся. Смысл мне факел ставить? Ну, в принципе, сохранится, да. Мне зелень накидали. Мне накидали зелень. Ну да, это как херея. О, то, что зелье выпало, это хорошо. Ядик.
Ядик — это хорошо. Бомба — это хорошо. Вот знаете, в чем прикол? Я могу сейчас сделать таким образом. Кинуть... Нет, сначала их заагрить всех. Ну, а я заагрю только этого. Готово. Ты распугаешь доход. Так, бомба использовать. Я тебя понял, приятель. Ох. Хочу жить, надо бежать. Еба. И сейчас скажите мне, что это легко. Ух ты, бля. Хотя да, я могу... Это хорошо, что мне так подсказали. Оп. Золотой ключ. Новое оружие. Принцесса, отдыхай там. Да ладно. На 15. Я могу теперь не создавать тот предмет. Крутяк. Не, это на самом деле шикос. Просто для меня это очень выгодно. От этой дубинки. Не, ну враг, знаете, тоже, блядь, как бы не очень такой. Это мне сколько нужно было зарандомить сначала там, чтобы выбить нормальные вещи. Ладно, одну тыковку съем. Ладно, давайте ее освободим, что ли. Принцесса, вы спасены. О, мой герой, король будет гордиться твоим подвигом. Я спас себя не ради награды. Я спас себя не ради награды? Непруха. Ты настоящий герой, теперь я твоя навеки. Мне надо рассказать обо всем папе. Ты ему точно понравишься. Думаю, нам надо планировать свадьбу на осень. Мне бы... Так, мне надо бежать. Подвиги ждут. Я буду ждать твоего возвращения, о мой герой. До свидос. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Блин, нужно было не открывать. У меня же есть еще тоже один золотой сундук. В какой-то пещере было. Теперь я в такой каске. Как вам мои касочки, а?
Блин, жалко, что... Она быстро все не... Подожди, я уже большой тоже ломаю с одного? А ну? Да, прикиньте. Сейчас выкопаем, сейчас посмотрим. Дерево соберем. И домой мы пойдем. Не, босс на самом деле сложный. Потому что он пробивает довольно сильно. Так, а сколько у меня денег? 500. Сейчас еще эти три вещи продам. Там немного продам другие еще шмотки. И в принципе туда-сюда я собрал то, что мне нужно. Ну типа, а смысл мне уже от меча, подождите. Точно. Нахера мне меч, если уже... Чайная встреча. Два сундука. На самом деле... Зря ты сюда вернулся, дружище. Сейчас буду тебя грабить. Ну, смотрите, я, получается, халявный добыл сколько? Я добыл, получается, халявные 41. А, там еще и сундук есть. Там еще чубрики стоят. Здесь все на самом деле закручено на фарме, потому что... А кто знает еще сколько серий у меня выйдет? Ну, в принципе, то да. Вот алмазы мне эти нужны. Мешочки, мешочки. Забираем, что тут есть. Места нету, что ли? Я пока сам. О. Окей. Нормально. Да. Гномик какой-то прячется. Сейчас снова, да, куда-то попаду? Но нет. А то я уже подумал. Гы снова. Гы опять. Гы. Так, я же спас. А, да. Достать артефакт. Это принцесса или король? Так, стоять. Во-первых. Я ж могу и у вас, да, продавать? Интересно, по той же цене? Допустим, яд. Да, 41. У меня 800. Ну а смысл, если у меня палка тоже на 15? Чит можно... Да-да-да. Ну, в принципе, да, у меня дубинка на 15. А создать что там? Я мог, в принципе... А, мне нужно. Я мог, в принципе, за золото создавать рюкзак себе. Больше вместо в рюкзаке... Мне же лучше в какой-то степени. Сдать. Акела тоже нужны, потому что мне нужно сейвиться.
Ту-ту-ту. Ракушки я не знаю зачем. И перья тоже. Перья и ракушки, скорее всего, это продамаемые предметы. Это леди? А чё она такая высокая? Мой герой, у тебя очень усталый вид. Могу поднять настроение. Зажигательным танцем было бы неплохо. Вьём-вьём-вьём-вьём. А? А? Как тебе? А? Искатель приключений. Дэнсит как надо. Так, ладно, что мне по заданиям? Лагерь. Артефакт мертвый, да? И где я его возьму? Тут заперто. А что можно сделать? Куда вообще могут сходить сейчас? Давайте так. А, подожди, они сияют, наоборот. Подождите, этот засиял. Может, мне нужно три камня засиять? Тут сияет. Ну, в принципе, я больше никаких мест не видел на карте. Некоторым локациям на карте надо найти проход. Ага. Как я артефакт достану? Алло, я не знаю, как мне использовать этот. Где мне камень взять? Ну хотя у меня, да, уже палка по 15. А, я ж тут место открыл, точняк. Я уже про это забыл. Мать, я глупый. Ох, ёлки-палки. Как я мог забыть про это место? Выковка. Факел. Железо. Ничего я типа сделал. Это квестовый предмет. Ага. Этот квестовый предмет как раз, наверное, является тем, что нужно было нашему. Как я понимаю. О! Плюс пожитки. Надо быструю лопату делать. Сокровище, сокровище, сокровище. Нет, он не заставляет меня через забор идти. Ладно. Получить опыт. Ты меня подставил. Я достал артефакт, и теперь все мертвые начали оживать. Эх, наверное, ты сделал что-то не так. Что теперь делать? Все еще можно исправить.
Нужно попробовать вернуть артефакт на место. Молить, чтобы это помогло. Там полно скелетов, меня разорвут на части. А. О, скелет. Теперь там стоит. А, теперь камень мне нужно обратно нести. Камушек идем. Там издевается. Ну, я левел апнулся хотя бы. Давайте так. Заебёте. Тут уже время? А что я в этой серии хотя бы делал? Попрошайка. Милый человек, не пройдете мимо. Дайте несчастному бедняку и... Спасибо, милый человек. Уж не могильщик ли ты ищешь? Ты знаешь, где он? Наверное, пошел готовить место для новых трупов. На старом кладбище. Где это? Из запада отсюда. Давай я покажу на карте. Найс. Ладно, плевать. Пройдемся, пройдемся. Теперь из него, блядь, тут скелеты. И чё? Странно. Ладно. Вопрос. Если я заберу сокровища. Ладно, короче, давайте сделаем таким образом. Я на этом заканчиваю, ребят. В соло я попрохожу. Пособираю всякие вещички. И потом мы с вами, когда у меня будет уже до хера ключей, продолжим. Да? Да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.